пришла, не могу. Сейчас, ребят. Угасил деду кричать, ребят, сейчас. Сейчас расскажу, пришла только. Так, правая, ой, левая, правая, ёлка, трусы. Меня смотрят толстые, жирные, семимесячные. Ой, девки. Так, помидор, огурец, картошки положила толченые, не стала разогревать. Соль моя любимая, я даже не видела это. Фасоль печеная по-сербски, там остатки. Короче, ребят, вы знаете, что... У нас, где живем, у нас перегородили, у нас секция такая. Сколько квартир? Раз, два, три, Серега, четыре, моя, пять, Ольга, шесть, Иринка, семь, восемь квартир. Дверь железная. Так, короче, мы скинулись все. Ну, сколько можно ругаться? Ну, сколько все ругаемся, как дураки. Ну, что, мы никому ничего не ходим, не жрать. Ругаемся и все. Ну, в таком трипере. Вы сами знаете, что это общежитие. Ну, она сейчас не общежитие, а с какого года квартиры теперь. Так все общежития теперь квартиры. Я даже не расчесывалась. Ладно. К этому расчешусь, как его называется. Больше не буду к стриму. Вы прекрасно знаете, что сейчас теперь нет общежития. Дом не на балансе, дом вообще ничей. А здесь куплены квартиры и пять, ну, наши не противизированные. Вот мы будем, я буду, другие не знаю, будут бесплатно. Нам уже обмерили, приходили. Ну, по порядку здесь, не кажется, все сразу. И, короче, ну, сколько можно ругаться от кого? Только девки, ребят, только мы. Нам никто ничего не сделает. Вот мы скинули, сейчас скажу, кто... Две квартиры не скинулись. Лёха скинулся. Надька, почтальонша. Ротан Серёга, сосед. Я. Ольга. И Ирина Александровна напротив меня, которая телевизор подарила. Что, мы скинулись. Купили замок на дверь. Всем ключи сделали, ну, нам по одной с Надькой, там еще Серега один мы живем. Остальным сколько семье, там дети, всем они сделали. Купили побелку, сейчас все побелили. А сперва не побелку, а этому, ну, купили все сразу. На стену вот так кидали, потом краской. Вот это сделали, все выходили. Ну, кто на работе, по очереди. И Серега тоже помогал, и все. Ну, кто на работе, не выходил. А сейчас вышла Ольга, вот соседка Афонина, Ирина Александровна. Я полы мыла. Ну, сами знаете, я не смогу залезать. Я берегу себя с этой ногой, как мне кто-то там пишет. Задолбала ногой! Да не смотрите, зачем вы меня смотрите, есть такая, я плохая. И все равно сидите, шпионите меня, идиотки. И вот они белили, я там часть вымыла. И так, у нас линолеум. А потом линолеум постепенно как поменяем, чтобы был у нас хороший. Я снимала. Еще сниму. Я окна закрыла. Сказали, минус 3, что ли, будет на 9-м. Я потом сниму и главе пошлю, как
Мы жители сами. Дом бесхозный. Угу. Не на балансе стою. И все, осталось где это. Как мы выходим, там эти, ну, почты, эти ящики, там еще побелим. Но это наша сторона. Ладно, а там пускай все скидываются. Я там больше не буду скидываться. А чё ругаться-то? Ну чего? Вот они сегодня белили, а я полы вымыла. Ну, от подбелки. Сейчас потом красить. Не знаю, когда красить. Не все сразу. Молодцы, девки. Девки молодцы прямо. Пошли мыться они. А Ирина Александровна такая баба, она прямо шустрая. Она развела там. Я сейчас кремом, сейчас еще кремом попозже. Это вообще. А там и звезды это. Я выжимала, перчатки не стала. Ой. Стягивает руки, надо еще помазать. Я хорошим кремом, мне подруга дарила. Мне дорогие крема вся. Она себе выписывала и мне. Я в такой крем, конечно, она мне два купила. Один с алоэ. Я, конечно, такой дорогой бы не купила. Ну, как бархатнее. И платье поменяла. Они белили, я там двери протирала еще. Все равно попадалась. Ладно, теперь у нас так чисто, девки. Ребят, а потом, как покрасит Ирина Александровна, все, и я потом все сниму и выставлю везде. Замок новый у нас, всем ключи дали. Чего нас в помойке все носит? Девки все с помойки носят. Ой, мне. Боже, вот и... Ой, я вообще... Жалуются уже и там все равно. Вот я сниму, пойду. Сейчас не хочу выходить. Холодно, девки. И я сниму и пошлю. Обратно мне подходили. А я говорю, а что вы не идете в ЖКХ? А мы говорили, с ней боятся все связываться. А я вот сниму, у меня там много, я канал свой дам, когда я снимала и в том году, и позапрошлом, там, где крысы бегали отсюда. В Калугу пошлю нашему главному бате и в Москву бате. Кину, когда снимала я в этом году, в том году, по запросам крыса одна, я как раз иду, не помню, весна или осень была, мне кажется, осень. Там тоже есть. Куда она носит сюда? Девки, это вообще оттуда что-то несет, с помойки. Понесла домой, боже упаси. Свят-свят. Живут же люди в Голливуде. Там хоть дома у нее, там кошки. Соседи жаловались. Там зайти. От нее хоть тоже пахнет.
Я с ней работала. Когда работала? 35 лет назад с ней работала в райпо. Мне всегда бабка, тетка, вот Плотнянские говорили: Оля, пускай будет бедненько, но чистенько. Всегда бабка так говорила. Угу. Сейчас погоду говорили, морозы ночью. Там селедка есть еще. И копченая скумбрия. Не хочу, девки. Дома холодно, мой. А я уже эту печку убрала. Песочную. Угу. 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 Три татушки. Угу. Три татушки, три тата. Сколько? Как это, девки? Ой, блядь. Это так Витя. Вита или Вика, как ее? Не знаю, живая она или нет. Наташка ей помогала, потом Ромка цыган. С ТикТока. Наташка сейчас в Германии живет с мужем. Ну, там шуму тра-та-та, сами знаете. А ее Ромка, у кого она жила, она умерла. А Ромка, не знаю, слышал, что сбежал куда-то ее. Не знаю, живая она или нет. Это Ленка дурочка живая. Мужик ее умер. Ну, сожитель. Там какая-то баба снимала и Наташке пересылала. А Наташка что теперь? Она в Германии живет и работает с мужиком. И она это, когда там жила на рынке, Вика или Вита, потом ее она к Ромке цыгану перешла, и она хотела телефон. Она пришла, хочу телефон. Она, Наташка, говорит, там цена примерно 5 тысяч, примерно, ну, ихними деньгами, не знаю. Ну, примерно, я говорю. Она... Сколько? Не так сейчас. Сколько? Она немножко чеканная. Она ей говорит 5. Она такая: ой, блядь. Я тоже так сейчас теперь говорю. Сколько? Вот так она говорила. 5 тысяч. Ой, блядь. Ну, если вы в ТикТоке были, смотрели эту...
Не знаю, девки, даже я писала тоже Наташке, никто не отвечает и не знает. Старые видосы есть там ее, а больше нигде не видно ее. Живая, умерла. Она молодая. Где-то сын, что ли, или нет? Что-то не помню. А этот Ромка ее обчистил. У нее на книге деньги были. Правильно? Она больше Ромке поверила. Угу. Сколько? Сколько? 5 000. Ой, бля! Наташка ее и кормила, одевала ее подписчики. Но она, Ромка, увидел, что подписчики деньги кидают. Он сделал канал и ее себе перетянул. Он цыган. А потом, когда там они в Бахмуте жили, и когда случилась беда, Наташка, Сашка, что ли, его, они уехали в Германию, убежали. А про Ромку я слышала тоже, он сбежал куда-то за границу, только не в Германию, а ее бросил. Не знаю, нигде я лазила, никто не знает про нее. А вот Ленку недавно снимали, там с Лялечкой все сидит, ее подкармливают, там баба и снимает. И Наташке все показывает. Там 3 видео вроде у Наташки на канале. А она была, ну они тоже оба, его убили или умер. Не знаю. Мать у нее есть, она бросила. Ну, ее смотрю, одета хорошо так. Этот мне обратно попадался танцор диско Санкт-Петербурга. Смотрю, холодно. Не знаю, там не написано число. Он одет хорошо, здесь шарф. Да я не поверю, что он бомж. Ну, рожа видно пропитая. Ну, сразу видно, что бухарик. Никакой не танцор. Я тоже так могу танцевать. Любой. Вот так. Я тут толстый и лучше станцую. Ой. Да, у него шапка, шарф такой, куртка. Но одет хорошо. У него кроссовки разные. Может, кто-то отдает. Может, в хэндэхэх он одевается. Ну, это хэндэхэк-то заграничный, там фирменное все. Угу. Одет хорошо он. Я не поверю, что он бомж. А где он моется, броется где? Да, ну, я не поверю. То, что ему пиво, я это видел. Сигареты дадут там. Алкаш покурил ему. Не знаю, девки, я лохматая. И нафиг, сейчас полежу немножко перед стримом. Замерзла, носки надо одеть. О-о-о. Сейчас носки одену. Шерстяные. Посуду не буду мыть. Там вымыла, обратно набралось. Сколько? Ой, бля. Она так всегда. А у меня есть это, в ТикТоке там ее голос. Вот про это. Сколько? Ой, бля. Интересно, как она живая или того, или в дурку сдали ее. Наташка даже не знает про нее. Никто не знает про нее. Где, что она. Угу. Никто не знает. Я нашла в ТикТоке, а это Вика, это Вик, Вита, что ли, по их, ну, Вика, короче. Она, это, там старые видосов, много-много старых. Новых никто ничего не знает. Я писала там тоже под видео, никто ничего не знает. Вроде, ну, говорят, что этот уехал, Рома Цыган.
куда-то за границу, вроде ее сдал. Короче, денег у нее нет, были на книжке столько денег. Но она как это получала там. Ну, короче, сколько? Ой, блядь. Да, вот так. Говорили там, что он ее вот не послушала, Наташку. Но она немножко, как она будет слушать? Где ей конфетку покажут, туда она и бежит. Она к Наташке приходила, Наташка не стала ее кормить, не одевать. Ну, ты, говорит, с Ромой, вот пускай тебе Рома кормит, одевает. А Наташка ее хорошо кормила, одевала ее, там вещи присылали. Ну, подписчики. А Рома перетянул, и все. И на книжке денег нету. Ну, там про Рому этого писали. Что он обдурел. А говорили куда. Только не в Германию он уехал куда-то, не знаю. Сколько? Ой, блядь. Ну, есть в ТикТоке, наберите Вита. Вита вроде, Вита ихняя. Ну, я ее Вика звала, а так Вита. Наташка, там много видосов старых. А что она? Помирает, что ли? Носки надо одеть, девки, холодно. Да, я убрала ТикТок, не столько это берет, только и ночами не спишь, и нафиг. Я убрала ТикТок этот. Я ночами не спала. Господи. Сидела, всех смотрела, всех дураков. Ваську любила смотреть. Он играл Зесиху. Зесиха, ну, он за границей живет, он сам оттуда. Я его любила так смотреть, Ваську. Потом этого любила. Мы и Люда тоже смотрела. Она ходит, смотрит. Мы вместе в Санкт-Петербург. Ну, он это, женско одевался. Ну, там с этим жил, с мужиком. Ну, роль такая у них. Жесиха по-ихнему. А так его Васька звать. Я так любила его смотреть. Потом этого тоже он, стратота, его любила смотреть. Он играл с этой, ой. Ну, очень засоряет телефон, да и времени. Всю ночь не спишь. Сколько? Ой, блядь. Ну да, мы с Людой, с Питером одно и то же всех смотрели. Всех. И эту желтую. Выписали ее с больницы. Она мне рассказывала, выписали. Я не знала, что она всю жизнь пила. Я думала, ничего себе, всю жизнь пила, с мужиком жила вся в золоте, толстая. Ну, он, наверное, бросил, скажет, нафиг нужна она. Она рассказывала, выписали, она рассказывала. Сказали, пить бросить и курить. Она всю жизнь курила и, оказывается, пила всю жизнь. Ой, господи, свет, свет. Сколько? Ладно, пошла я в пизду, мазь.